Nav noslēpums, ka mana sporta karjera saistīta ar bija saistīta jau ar kickboxingu. Pēdējo cīņu es aizvedīju Krievijā aptuveni pusgadu atpakaļ un satramēju kārtējo reizi kāju. Un pēc pēdējās cīņas mēs pieņēmām lēmumu ar treneriem, ka laikam pietiek ar kickboxingu un jāpamēģinā sevi boksā. Tāpēc 2. Novembrī LNK Fight Night cīņu šova ietvaros. Gaidīšu visus, kuri vēlās mani atbalstīt. Būšu priecīgs par jūsu atbalstu un, protams, radīšu bezkompromisu un smuku cīņu. Подготовка идет полным ходом, технически, тактически, физически мы готовы. Будем идти до конца в этом бою и посмотрим, чем нас удивит Никита Смирнов. Да, но Никита Смирнов всегда может удивить. Работать хорошо, вперед! Спокойненько, да. Представляй картину эту. Сильно ударить всегда успеем. Вот, это касается практически любого вида спорта. Не только бокс, плавание, бег, предстартовое состояние. Воспринять это просто как должно. Не напрягаться, спокойно, чтобы огонь, который в тебе, направить его на противника, и контролировать этот огонь.